Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня для вас песня «Последняя электричка». Настоящую известность песня получила в 1966 году, когда прозвучала в радиопередаче «С добрым утром». Ее тогда исполнил Владимир Макаров, и эта песня стала визитной карточкой этого певца. Строки песни стали символичными и знаковыми. А на пластинках песня появилась только в 1968 году. Сама же песня была написана еще в 1964 году. Притом в первоначальной версии было не «Позвала тебя мама домой», а «Загнала тебя мама домой». Также была еще забавная ситуация с этой песней. После того, когда она прозвучала по радио и стала уже известной, от Министерства путей и сообщения по транспортным перевозкам поступило возмущенное письмо. Разве товарищ не знает, что в песне нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено. Поезда ходят круглосуточно. И ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Такое вот забавное письмо пришло от министерства. Итак, песня «Последняя электричка». Как всегда мы до ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало. Как всегда позвала тебя мама домой, я метнулся к вокзалу. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Вокруг тишина, а вокруг ни души, только рельсы усталые стонут. Только месяц за мною вдогонку бежит мой товарищ бессонный. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Восток не спеша начинает гореть, завтра рано вставать на работу. Только хочется петь и бежать, и лететь только спать неохота. Опять от меня сбежала последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Не унять непонятную радость мою, так вот каждую ночь коротаю. Завтра снова с любимой до звезд простою и опять опоздаю. Не жди ты меня, пожалуй, последняя электричка, и я по шпалам, опять по шпалам пойду домой по привычке, пойду домой по привычке, пойду домой по привычке. Спасибо, дорогие друзья, что досмотрели до конца. Буду очень рад, если поставите лайк и напишите комментарий. Также не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Делитесь этим видео со своими друзьями. А у меня на этом все. С вами был Вячеслав Абросимов. До новых встреч. Пока.